точно такого же размера будет результат работы тангенса гиперболического, потому что тангенс гиперболический – это, опять же, функция, которая применяется к каждому входу отдельно. Соответственно, на выходе из второго большого блока у нас получается тензор размером 16 на 5 на 5. После этого в Линете было предложено делать следующее. Мы берем получившийся тензор, напомню, размером 16 на 5 на 5, и делаем из него очень длинный вектор. И считаем, что в этом векторе записано все об изображении. Вопрос, какого размера будет тензор на выходе из операции flatten?